Всем привет, с вами блогер и стример, это у нас собачка Тося, моя подруги. И это Софи Челлендж. Они не удержатся, если тогда проиграю. Давай. Если я выиграю, тогда вы мне поставите лайк. Если я проиграю, тогда вы мне не будете ставить лайк. Ой, одна сосиска свалилась. Ой, ее сейчас съест Тося. Я сейчас съест огромная годзилла. Ай, не повезло этой сосиске. Ну, может быть, другая сосиска выживет? Да, до того красного магазина. Блин, она чего-то не выживет. Ай, гонится за нами собака. Монстр-собака. Ну что, сосиски тебе? Да, я. Я что-то думала, да, я страшно магазинку даю. О, здесь препятствие, смотри, какая здесь гора. Давай, проезжай. Выдержит сосиски? А, ты объехал. Так, это челлендж «Не упади» и «Не наесть на испытание». Ой, за нами гонится. Монстр-собака. Когда мы дойдем до красного магазинчика, если это одна сосиска дойдет до красного магазинчика, тогда вы мне поставите 1 000 000 лайков, так что это невозможно, когда уже попали. Блин, я надеюсь, что на канал в любой момент может упасть. Либо монстр собака съест. Блин, кстати, где она? А, вот она! Собака съест. Блин, монстр собака за нами гонится. Блин, а где сосиска? Не-не. Спасай ее. Тося, отходи. Нет. Тося, давай, иди сюда. А, это пакетик. Тося, гони, вот сосиска. Все, челлендж закончили, сосиска победила. Всем пока, с вами был блогер и стример. Поставьте мне 1000 лайков. А тебе поставят 1000 лайков? Тося.